Должен умереть лишь один жрец. Ошибиться нельзя. Зачем он прячется за своими братьями? Еще один жрец Анубиса. Это его я ищу? Жрец Анубиса. Но Хитепели... Не надо! Yes. Fight position. Ящерица. Жрец, проклявший Мемфис. Я чту традиции Египта. Цена слишком высока. Люди страдают. Дети гибнут в утробе. Имя Верховного Жреца опорочено. Его имя давно пустой звук. Все люди всего лишь божий скот. Их нужно подгонять кнутом. И ты один из них, Баек. Ты глупый зверь. Меня ведет воля. Не страх. О да. И кто же охаживает кнутом тебя? Кто повелел тебе лишить меня жизни? У меня мои боги. Узри своих. Твоя смерть снимет проклятие с Мемфиса. Надо сообщить остальным. Что? Тебе здесь не рады! Эй! Эй, что? Я убью тебя! Я! 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 Я!
Тебе лет-то сколько? В игры играй. Убью! My position, get it. Я аниш хиреет. Ибреме шаев. Ник эни седжериет. Бедедук анит хает. Нечеру тепи. Туа кахни. Чем эсуэф? Хирепсе тие у! Ник эни седжериет. Хай позишн герех. Царица, они лишь хотели спасти своего брата. Теперь с проклятиями покончено. Хетепи. Что довело тебя до этого безумия? Мемфис снова твой. Наш. Раз со злодействами покончено, можно готовиться к фестивалю Аписа. Пусть демоны сожрут Кахетепи. И пусть убийцы Хему последуют за ним.
Мне больно уходить от тебя, но я пойду одна. Ая! Я выполню свой долг. И куда он ведет тебя? На север. Поджечь море. Я буду верен тебе. Надеюсь, наши пути еще пересекутся. А пока пусть эта ночь будет нашей. Нарсуча! Миручу эмперанхек, ими нехенекен уненек, ио эксетитнеке тупенекем хемет. Учену не течем суя. Ручка. К чему слезы? Проклятие сняли. Ты ведь сам знаешь, страхом матери, потерявшей дитя, не от конца. Так же, как гневу отца. Страхи и гнев всегда приходят на смену горькой утрате. Прошу, дай мне побыть одной. Прошу, Нэп, пойдем. Оставь ее, дай погоревать. Я могу что-нибудь сделать? Она нашла некий древний текст о ритуале защиты. Осталось собрать всего несколько... Я помогу. Стой, Нэп! В нетерпении не сыскать покоя. Хозяйке нужны части свежих туш священных птиц. И, пожалуйста, принеси талисман плодородия из синего фаянса. К югу от храмовой купальни есть лавка, где ты сможешь его купить. Тогда жди меня на дороге, ведущей к пирамидам. Береги себя. Сперва достану талисман, потом займусь птицами. Заброшенный склеп? Служанка сказала, лавка здесь. Что-то не похоже. Однажды я ходил в храм на молитву и разговаривал там с жрецом Анубиса. Он нашептал мне много плохого о Паширинптахе, об искажении ритуалов и других ужасных вещах.
Видно, в храме плетут интриги не хуже, чем во дворце. О, Нэп! Добро пожаловать в мою лавку! Миджай, как неожиданно. Давненько я не видела твоих братьев, Миджай. Нас не так много. Впрочем, как и тех, кто торгует в склепе. Моим гостям не нужно внимания. Только это дешевое барахло? Гости знают, у меня есть все, что нужно. Надеюсь, и то, что нужно мне. Я взгляну на товар? Ну, конечно. Не стану тебе мешать. Извини, мне придется отлучиться. Скоро вернусь. Торговка не хотела, чтобы я нашел тайник. Товар верно краденый. А во втором зале собран земной скарб Харапола и Шеш для безбедной жизни в полях Иалу. Но это лишь часть текста. Интересно, что там дальше. Здесь ничего ценного. Но зачем торговка хранит это барахло? Явно что-то скрывает. Это список. Тут есть талисман из синего фаянса. Надо еще поискать. Талисман плодородия. Таимхотеп будет рада. Я все нашел. Таимхотеп ждет меня на дороге к пирамидам. Сейчас! Довольно здесь рыскать, Миджай. Ты распугиваешь покупателей! Что это с тобой?
Седжерьет. Айу хайет! Харунахе бати! Бедедук ани. Я нашел все, что ты просила. Провидец был прав. Тебя послали сами боги. Ритуал нужно провести под тенью луны у самого подножья пирамиды Джосера. Ты сможешь защитить меня и мою служанку? Дорога туда может быть довольно опасной. Смогу. Тогда можем отправиться к пирамиде и там подождать наступления темноты. Здесь довольно опасно. Почему ты без стражи? Ритуал должно проводить в тайне. Поэтому ты выбрала обходной путь. Да, здесь редко, когда увидишь людей. Народ перестает доверять мужу, потому что у нас нет сына. А я уже потеряла столько детей, что они точно решат, будто муж не угоден богам. Народ уже начал шептаться. А ведь это я навлекла на нас позор. Небет, это не твоя вина. Тихо, Мара. Ты добра, но в свитках все сказано ясно. Полного рожденного зависит только от женщины. Я не верю в это, Небет. Мара, хватит обсуждать одно и то же. Давайте-ка помолчим. Не то кто-нибудь может услышать наши разговоры. Это верно. Но! Давай, дайте погоню! Вот ты где! Вижу цель! Нашел! Меня не уйдет. Вот ты где!
Мы добрались. Мой меч готов покарать каждого, кто рискнет помешать. Да поможет тебе сам Птах. В детстве каждое утро я повторял за отцом клятву Меджая, обещая помогать людям. Я Меджай. Я перо в орлином крыле. Живой клинок, что бьет с небес в самое сердце хаоса. Я истина, что скрыта. Бдительный страж. Дитя Нила. И защитник всех людей. Меня не убить. Ведь я уже среди мертвых. Приди ко мне днем, и мы пойдем домой. Эту клятву я хотел передать сыну.
Sam, maître Hess Rabien. Nechero, what has been? Been! Я готов поговорить о сне. Конечно, Избавитель. Но сперва помоги мне. Как? Я вижу опасность. Тучи сгустились над тремя несчастными. Путешественнику, распутнице и попрошайке грозит беда. Что я должен сделать? Дай каждому амулет, что защитит их от тьмы. Первого ищи у великого храма. Второго к востоку от него. Третьего в туннелях, что проходят под ним. Я буду ждать на пристани, неподалеку от великого храма.